Всем привет! Мы идем с Сашей немножко прогуляться. Зайдем в магазинчики какие-нибудь, погуляем, короче. Я забыла рюкзак, поэтому зашла домой. А вот и Саша. Ничего, идёт так быстро. Да. Всем привет. Ну, вы видите, как мы одеты. Тепло одеты. Да. То есть похолодало уже. Снега, правда, нет с тех пор. Градусов 5-7, наверное. Я даже не стрел сегодня. Да, 7, я помню. Сейчас после. Ага, 7, точно. Мы там спрашивали в комментариях по поводу стелек с подогревом, насколько они хороши, плохи. Так вот, проблема их первая. Они греют вот такой вот квадратик небольшой. И нога снизу как бы подогревается. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы не замерзнуть. Но сверху ничего не подогревает, и это холодно. Но это ладно, это можно с этим смириться. Но еще проблема в том, что провод очень жесткий и довольно толстый. Его как бы некуда спрятать. Он слишком длинный, чтобы его куда-то спрятать, но при этом слишком короткий, чтобы он достал до кармана, допустим. То есть вот эту коробку с аккумуляторами, она довольно большая, объемная. И у нее вот это еще железное крепление. Если зацепить за край ботинка, то эта железка упирается в ногу. И, в общем, это неприятно, неудобно. А за край носка, оно тяжелое, и носок сползает. И опять же железка упирается в ногу. Ну ладно, это все можно простить и понять. Но проблема самая главная в том, что одна из телек перестала греть через 2 дня. То есть вот эта вот коробочка с аккумулятором, одна из них просто сдохла. То есть включаешь, работает, греет, 2 минуты проходит, и она выключается. Ну, как бы каждые 2 минуты ее включать тоже странно было бы. И вот, я их разобрал, думал, аккумуляторы плохие. Ну, в общем, я уже все сломал, все поломал. Но оказалось, аккумуляторы нормальные, а плата управления сдохла. Ну, и починить я ее не смог. Городить самодельную новую как-то нет желания. Ну, просто стельки не стоят того. Фиговые они, мне не понравились. Была куплена новая версия. Носки с подогревом. Видите, тут проводочек. Специальный карман в носке для аккумулятора. И он туда втыкается. И как бы на внешней стороне ноги. Он не мешает под штанами. И через штаны можно достать, нажать на кнопочку, включить, выключить. В общем, эти носки меня гораздо больше устраивают, потому что они греют и сверху, и снизу. Полностью вся нога прогревается. Стоят они 35 евро. Покупали на Ота, ссылку оставим. В общем, носки классные. Ну, еще классная вещь в комплекте. Они еще дали специальный мешочек. В этот мешочек надо ставить носки и в стиралку их. Короче, стирать в мешочке нужно. Но обычно другие носки подобные продаются без мешочка. То есть мешочек еще нужно отдельно где-то брать. Вот поэтому выбрали. Ну, эти заряжаются от нормального USB. Не нужно тащить еще с собой блок питания, если ты куда-то там где-то собираешься их в пути заряжать. Ну и вот для сравнения, от стелек аккумулятор какой, и от носков. Видите, он в 2 раза тоньше, но по размерам примерно такой же. Но за счет толщины он гораздо меньше будет мешать. Здесь обещают, согласно инструкции, на максимальной скорости 5-6 часов будет держать, на минимальной 10 часов. Я считаю, это отлично. Ну, в принципе, вряд ли кто-то непрерывно будет целый день ее держать включенный. Их, то есть, носки. Ну и, в общем, да, этой покупкой я доволен. Как это на ноге выглядит.
Сюда аккумулятор вставляется, и его практически незаметно и не ощущается даже. Не подумайте, что мы рекламируем что-то, мы даже название не говорим, потому что нам никто не заплатил за эту рекламу, это не реклама. И просто вы спрашивали в комментариях про стельки, ну я решил рассказать, чем дальше эта история продолжилась. Возможно, через 2-3 дня я сниму новое видео и скажу, что эти носки полные отстой. И я купил что-то еще. Но надеюсь, что нет. А мы решили уже нарядить елочку, и вот наш подарок снова уже спрятался под елочкой. Слышим тут какие-то звуки на улице. А это, оказывается, демонстрация против повышения цен и чего-то там еще. Это впервые, когда демонстрация доходит аж сюда. Они обычно по центру только. Возмущаются инфляцией. Они еще не знают, что у нас тут в Германии инфляция не такая уж и большая по сравнению с Молдовой. Между прочим, в Молдове 30% уже. I've been having dreams, jumping on a trampoline.